Привет, друзья! А я получила вот такую посылочку с упаковкой для моих маленьких посылок. Сегодня я вам покажу, что именно мне пришло. Итак, давайте посмотрим, что мне пришло. Очень люблю посылки с материалами. Это очень и очень вдохновляет. Так, сейчас откроем. Все хорошо и тщательно упаковано, потому что я заказывала из другого города, и нужно, чтобы упаковка пришла в целости и сохранности. Вот она, красота. Ой, сейчас. Так, давайте я вам покажу коробочки. Коробочки для моих изделий. Вот они такие милые. Собираются очень легко и просто. Вот так. Так. Ой. И вот уже коробочка готова. Как раз под мой миниатюрный размер изделий. Так, вот такие коробочки. Тут даже написано Sweets for you. Так, еще несколько коробочек побольше на всякий случай. Они тоже также складываются по такому же принципу, как и эти маленькие коробочки. Вот такая у нас красивая расцветка. Очень мне нравится. Весенняя. Очень красивые коробочки. Так, это накладная. Так, это наполнитель для посылочек. Я им прокладываю мои изделия, чтобы они хорошо лежали в упаковочке. Это такие вот бумажные штучки, нарезки. Вот они очень легкие, мягкие, красивые. Вот эти штучки. Так, еще заказала ленты. Ленты. Красная. Кажется, я не красную заказывала. Ну, ладно, посмотрим. Так, и вот такую ленту заказала. Ну, оказывается, она очень широкая. Я не посмотрела ее ширину. Ну, на самом деле, она достаточно широкая. Но ничего страшного, все равно она мне пригодится. И еще вот такие вот красивые бирочки и открыточки. Сейчас я покажу. Так, и это все я и храню в пакетиках, чтобы оно не потерялось. Так, конечно же, мои любимые единорожки. Вот такие вот котики милые. Пасхальные бирочки. Ой, очень классные. Мне нравятся. Вот такие открыточки. Hello Spring, они пустые, и вот такие вот с единорожкой. Как вам нравится? Ой, я вообще обожаю посылочки такие. Честно, хочется скорее всего побольше сделать и упаковывать посылки. Вот такие вот красотульки. И коробочки мои любимые. Вот.
А еще сегодня я получила глину. Очень люблю цирнит белый 0,27. Это мой самый-самый ходовой цвет, который у меня постоянно и быстрее всего заканчивается. Я беру его большими упаковками. К сожалению, 500 грамм не было, я взяла 250. Вот такой вот. Фимо Kids я взяла только из-за цвета. Разминать глину достаточно сложно, и я взяла сразу готовый цвет телесный. Вот. Это металлик. Золотистый цирнит Gold, две штучки. И вот такой вот новый взяла цирнит попробовать. Я его никогда раньше не пробовала. Цвет капкейк. Вот очень интересно, как он будет похож на цвет такой вот запеченного теста. Посмотрим, как они будут в работе. Вот такие вот пачечки глины. Уже хочется делать все. Ну, вот так вот поделилась с вами своей радостью. Спасибо за просмотры. Все, увидимся еще. Пока!